Было время, отмеченное печатью изящества и добротности. Архитектор Никола Микетти тогда задумал, расчертил захватывающий сад. Прошло почти 300 лет. В наши дни архитектор Эрик ван Эгерат берет на вооружение принципы, тонко продуманные Микетти в веке 18-м, ведет лучи прославленного ландшафта вовне. Новая общность стремится оттенить решение Микетти. Мощи, размаху и богатству дворца конгресс-центр отвечает ясной, утонченной чистотой. Зрительно уменьшить истинный размер конгресс-центра удалось, укрыв части здания в мягких складках ландшафта, такие как бизнес-клуб и помещения для конференций. В склонах вырезаны патио зимних садов, дарящих свет заглубленным залом. Главные залы центра взлетают над холмом под трехчастную крышу-раковину, словно парящую в небе. Интерьер конгресс-центра – отражение возможностей дня сегодняшнего, впечатляющий размах, открытость для всех, привычный уже комфорт и тонкость. Было время царства изящества и качества. Константиновский конгресс-центр Эрика ван Эгерата покажет, что время это нашей